Червя будет танчить на криеле. Чек. Монарх, повороте, калка. Паску пороги. Пускай босса. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний... Ауру на броню поставьте. Да, должна стоять аура на броню, аура сосредоточенности, огонь идет. 4 штуки. Кто может магию? Который направится в цитадель ледяной короны. Спасибо. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Я жду, когда на... Коня на фаер визит поменяйте. Я видел и боя. Гера когда? 35 секунд после круга. Хулиприст вылетел. Плохо. Выходите, слушай, тогда. Ой, дай сакру и кто-нибудь новый. Значит, 3 похили. Уходите, главное. Резку убил. Мужа я хотел. Мужа убил. Нет, никого растить по телу. Каническая РС и свата. Да, встали в звездочку. После того, как встанете в звездочку, выходим на дистанцию все. Вы сзади звезды. Тебя хилили, ты не вышел с метки, да? Звезду играем. Это мотив природы. Мгновенно выходите из лужи, то и хил не понадобится. Сейчас мы захилим другого. А, я только сейчас заметил, что я не переодел вещи. Ваш мод. Арпиш, давай гимн от хил. Мы тут в 2 хила, короче, хилим. Гаси, подымай, чё за? Дэйв, подымай, монар. Бать, фуба. Рейду опять. Диви, там лужи мин. Да, мы 2,5 хила идем. Дайте маны, хулипалу, чё? Давай, отпечки ему ману. Ты регейн ману через печать мудрости. Хулипал. Сразу так. Слишком далеко. Mm-hmm.
Поднимайте пауш. Все чудовища повержены. Все троллями. Еще можно в ретрика здесь, да? Или лучше пусть два протопала будет. Ретрик, давай. Три. Так, колча троллим эту сферу. Чел. Кому-то надо вещи, плюсики ставим. Пускайте следующего бога. Привет. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. А, да, надо шмотки сменить. Стой, МП5 пристал. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступлю к приему призыва. Завтра не будет ссылка, да? Появится грозный... Не знаю, праздник. Готовьтесь к забвению! Это шестое. Это за ночь перед Рождеством. Он вечерю носит, бухает. Да, Фродом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне! Кто второй танк? Макель, Айсфрис. Ведьмом! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Шарацус, эретарский повелитель Блани. Ой, я мог, ты до пола прожал копии. Играйте в врата. Или в череп. Механическая выйди с рейда. Или любого кожи. Вопрос изведи. Перепхина. Можешь глыбу прожать. Пафы снимается как на лайне. Наверх выйди с рейда. Все, он скидывает кошу. Так, наличие, да? Позже скину. Мы все умерли. Ладно, сейчас будет вулкан, надо будет в него сыграть. Играли в вулкан все, дали чешки. Альпич, метка, убегай. Череп. Если вы видите, что возле вас мопа уешь, убегайте от него. Можно ли канал с меня, пожалуйста, снять? Трочит не снимается. Вон, накрыль, подводи моба. Трэш переагривается постоянно. Рецепт. Уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона.
И теперь вас ждет новый противник. Уберите тотем. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Сфера для чата. Помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это! Турнир продолжается! Пустили уже боссы? Дай этот ноги, пожалуйста, дай и полипал. Что-то типа поныши. Встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать чем-то. Ну и станки, еще плюсик. Я требую справедливости, Тирион. Позволь моим чемпионам... Сбегайся в танкогасе. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, а будет так. Сражайтесь с честью. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, слушайте внимательно, кто что танчит. Так, Айсфриз, танчишь Фурика, воин. Панекриэль, танчишь ДК. Войд, танчишь Ханта. Гаси, танчишь Рогу. Мы играем в Лока. Да, кружочек можно поконтролить локами. Олег, там Энх. Все, тогда играем. Сначала звезду, кружок контролем. Монарх. Ты сидишь на черепе, собьешь ауешный каст. Звезда, потом череп, потом уже ситуация. Ваня. Уже СПД. Гуляйте. Играем сначала. Можно дать точечный стан в начале. Беги, малышка, беги! Интересно. Исполните рост. Смотрите там. То череп сейчас никто не контролит, надо их кожу не покрыть, друли кинул. Так, у меня ДК висит. Отойдите все, череп, по ему корни кину. Понятно, приходится мне сбивать. Звезду, если убили, играем в череп. Альпич, мазь диспел по рейду. Пир висит 5 секунд. Боб, диспел. Бэй, механическое у тебя бэр есть? Играйте все в череп и диспельте череп, пожалуйста. Не будете диспелить, мы умрем. Рейд, подыми, пожалуйста, механическую. Механическая подымешь в повороте. Ситуация немного тяжная. У нас минус 5 и только один босс. В повороте, вставай. Вот, отойди, вроде. Так, играем Холи Пала. Сейчас метку поставлю. Ладно, отбой, играем в звезду, она в центре что-то делает. Два бэра никуда потратили.
спутник в рейде. Верните в центр кресты. ДК в рейде что-то делает. Беги, малышка, беги! А, ты скин изгнание по кружку. А я кидаю. Джека, спожми бабу или уйди от милика, который тебя бит. Давайте играем в ханта. Потом в усы. Рога тоже в рейде. Да я его просто не вижу, поэтому не кинул метку. Поворотик. О, поворотись. Спасибо, что ты уважил на своё внимание, поворот. Долго, правда. Что-то все милики в рейде прям. Да. Тут друид. Кружок играем потом. Давайте в кружок. Нормально, потанчим, мне понравилось. ДБ. Вот и снимайте с боги. Потом трусы сыграем, а дальше будем хилов добивать. Мог бы дать свободы, кидают ход. Это, блин, мог бы умнее, чем половина нашей гильдии. Гаси, не надо было меня поднимать уже. ДБР помогли. В следующем боксе. Это бы чё, дал громаду просто купать, не прям в оба. Не восприимчивость написала, ну ладно. Маги лежат и дыхают. Очень весело. А вчера было его? Да. Вот штука. Там почти ДБ. У вас что, два ЭВК сейчас? Надо, кажется, просто еще и сдиспелить. Ну, видимо, никто не сдиспелит. Да, присты. Пилился на 700к. Нормально. Все нормально, 700к это не метка на рейде в контроле БДК. Это лишний замороженный.
Лишнее отмороженное, да? Не, давайте полену уж последним убьем. Да, вихлюйте его, друиды. Полена же, ну, становится бесполезным, если его в контроль кинуть. Воровать фото, которое он кидает сразу. Если их воровать, в магии умирают. Не, ну пристои дисплей, это еще мало. Да, убили, да? Ура! Мы это сделали. 8 минут без 8:42. Круто, давайте еще. Механическое, ты кинул тело. Только на один. Первое отчета. Оплатившись, вы сможете пройти последнее испытание. Выходите от босса, там запустил кто-то, стоит за сундуком. Я могу. Плюс 9 я магом. Я молчал. Состязания начнутся! Две темные сферы. Так. Танки, когда меняете, когда рейд будет менять свой цвет на воронке, вы прожмите про вампира срезку, что вас не убило. Ну, короче, вчера мы от АБ умерли вот Валик. Танк? Да. Когда босска стоит эту, один босска стоит темную воронку и светлую, второй босс привязает какой-то там свой скилл, не помню. Нет, а просто щит сбивается с босса, то тот, который без щита был, он пробивает танка на 50 тысяч. Ну там дебаф вешается еще на танк, вот. Повороте, ты готов? Погнали. Каба не готов, забыл, поменял. Было вам так типа сказать на этого босса. Потом уже, да? Что за тактика? Бей. И все. Если падаешь, говори хилы днари. Универсальная тактика. И глянь. Ну, били таких. Ну, убьем так же. Мохито в 2019-м получил чип. А во сколько часов мы убили, кстати, Лича? Да. У первого. Почти так же. Потому что 4,5 часа где-то. Меняем цвет, бьем темную вальку. Сбить касты. Сейчас надо и танком прожаться.
Так придется в январе собирать анмаг теперь, да? Ты еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Пей. Давайте 10 гер анмаг. Уже убивал-то. Я с вами уже в разы сидер сходил, спасибо. Ненавижу десятки. Ненавижу, блядь, цыган. Тэп. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообщать. На половине персонажа даже разы сидер не закрыты. Отлично. И идет. И винты. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Видите, любой райд может там баф сделать, даже кнутый. Если чаты набирали, не нашим игрокам спрашивали. Меня там спрашивали пойти, на вреде был. Еще кого-то спрашивали. Они убили уже сегодня, да? Угу. Тогда вот недавно, да? Да вот только шел. Лок ледяной короне. Ну чё, этот, как в этом шаманом был, что с ними вред пошел, ушел от них? Как там его? Злой вар. Все равно 4,5 часа это много. Это самый сложный босс, это ребро Леди Ильич. Ребро. Ну, там ДЦ надо. Нет, там на ребре шансов упасть больше. Там из-за лоши, из-за вихри. Ладно, пуляй, босс. Так из них выходить просто надо, блядь, они стоят. Это сложно. Ну, если повезет, они нормально разобьются, если нет, то нет. Чё-то ДЦ убогиков. Найс, блядь, босса. На Нелича у нас какие вайпы были, от недохила Эльдру, кстати. Маги падали частенько. А какой был последний трай, а? ДЦ сделал убогого и убили. Ну там опять везение было еще двух. Все были живы, все 25. Минуту 43 до берсы. Никто не умер вроде бы, не? За весь трай. Я хил. Все равно бей. Иди выжить. Не бей без. И волшебный поток избей. Когда ты хилишь с Варенькой и Реневалом, то можно еще и поговорить. Ну я сейчас вообще не хилю, у меня 43к нахилены. Побос просто. Ты походу работаешь, да? Нет, просто здесь не надо хилить на первой фазе. Тут много трэша, Бокс. Это очень сложно. Сложно, блядь, просто паун танчить, вот что сложно. Да, особенно на наличие там надо, конечно, танчить. Ты просто выбери меня в цели, посмотри, блядь. Знаешь, у нас люди на лича такие приходят, которые ты говоришь выносить метку влево, они все равно выносят вправо. Или под морг, как вчера. Ой, да ты где спрятался? У тебя вообще урон не идет по тебе. Знаю. Так он и не танчит. Ну и два жука. Это было смешно, да?
Это не трэш, надо убить. А зачем демон кликнул метаморфоз, тогда как-то нету Геры? Экзекут тоже есть. Ну, по трэшам убьешь. Давайте рост, это тема силы природы. Я зависла. Развисаю. Сделай гр и заходи. Зять, чего вы трэш не добили? Ох. Нервничай же. Скажешь, там Лисака есть. Давай ты кинешь одну для профилактики. Сейчас? Давай сейчас. Страш выйдет как раз. Там громовой уступ. Механически было 447 кп. Ты на кире, давай ты Исаку теперь. Смотри, мы на вальках не умирали, никто. Жракси никто не умер. И походу сейчас так есть тоже никто. Он не умер. Ух ты. Ярость хорошего пала. Это ярость падает по КД, да? Да. Ну да, конечно. Кочуга на энхо бесполезная, как всегда. А, не, я не выиграл. Да, мне не надо, у меня такая же есть. Да надо. Их запарить за 400 голды никак не могу. С того года еще валяется. Защитник роли.